Теперь Сирия. Обстрелян центр Дамаска. Ракета попала в многоэтажный дом. Эти кадры мы получили перед самым выходом в эфир. Наша съемочная группа Сергей Зенин и Алексей Шишкин были в квартале, над которым поднялось облако дыма. Звуки, привычные для вечернего часа пик, заглушены сиренами скорой. Пока нет подробностей, есть ли пострадавший и какой силы был взрыв. К месту прибыли пожарные, пламя пытаются залить, не поднимаясь по лестницам на крышу, где что-то дымит. Повторю, все случилось совсем недавно.